Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала «Рецепты от Дарики». Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня готовим очень полезный витаминный морс из брусники с апельсином. И для его приготовления нам понадобится: толкушкой выжимаем сок из брусники, имбирь режем на пластики, а апельсин разрезаем напополам и прокалываем в середине. Отправляем в воду подавленную ягоду и нарезанный имбирь. Туда же выдавливаем сок из апельсина и его шкурки тоже ложим в воду. Сюда же добавляем корицу, мяту и мед по вкусу. Все перемешиваем, закрываем крышкой, доводим до кипения и варим 5 минут, снимаем густую пену. Через 5 минут после закипания морс будет готов. Осталось только процедить его через сито и остудить до нужной вам температуры. Такой морс с брусникой, апельсином и имбирем тонизирует и бодрит организм. Он также защитит вас в сезон вирусных и простудных заболеваний и укрепит иммунитет. На приготовление этого вкусного, полезного и витаминного напитка уходит всего 15-20 минут. Если вам понравился этот рецепт, то пробуйте приготовить его сами, а еще, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем очень рада, спасибо за внимание, до новых встреч, друзья!